Чувашия признана лучшим регионом по развитию физической культуры и массового спорта. Таковы итоги всероссийского смотра конкурса. Его организатором выступила Минспорта страны. Все регионы оценивались по 6 направлениям. Физическая культура и массовый спорт, материально-техническая база, спорт высших достижений, подготовка резерва, адаптивная физкультура и финансирование. В результате был составлен рейтинг субъектов. Чувашии не было равных по развитию массового спорта, что дало республике шанс попасть в начало списка и занять 13 место в общем рейтинге регионов. Кроме того, республиканское профильное министерство стало победителем всероссийской акции «Я выбираю спорт», которая в этом году прошла по всей стране. Ее главной целью было вовлечь детей и подростков в занятия спортом.